Мюнхгаузен-шоу Вадим Воронов. Всем доброе утро еще раз. Вот когда мы говорим «Гаязес Бразерс», сразу же, знаешь, атмосфера накаляется. Сразу же жара какая-то, да? Слышите, привет, как? Парни! Привет, привет, да. Привет! 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 А что это был звук, как от Брюса Ли какой-то, да, когда, вот помните, древние фильмы? Вот такие. А мы с вами в условиях холода, по-моему, не встречались никогда. Ну, то есть, как только на улице становится теплее, сразу же вы к нам приходите в гости. Когда осенью было. А, да, вы трек премьерили как раз. Да. Помните, мы еще грибы потом жареные ели? С картошкой. Видимо, грибы достались только тебе. Специализированные, никто не помнит. Мы ели только в картошку. Понятно, правильно делали. А я хочу вам сказать, что мы парней позвали не просто так. У нас есть масса всяких разных инфоповодов. Естественно, прежде всего, совместный трек с Жуковым, Сережей из группы «Руки вверх». Но до этого я хочу вас спросить, ребятки. Значит, вот эта вся история с Тимой Белорусских, мы ее просто сегодня уже обсуждали. Ну а как? Вы же музыканты, мы же все в одной... среде, но мы же не можем быть в стороне и оставаться... Конечно. Ну, то есть, какой вопрос? Вот. Скажите мне, пожалуйста, справедливый ли приговор? Значит, за то, что у него там что-то нашли наркотики, да, вы знаете, в курсе, 2 года будет он теперь, ну, вроде домашнего ареста что-то, то есть выходить можно, но не всегда и не везде. А на концерты он может? На концерты, по-моему, там в пределах там Беларуси. Спорный какой-то, да. Мы не знаем точно. Ну вот давайте вообще ваш взгляд на эту историю. Ну, мы считаем, что так, как должно было случиться, так и случилось в любом случае. Будь ближе к телефону, а то... К микрофону. К микрофону, да. Ну, наркотики — это плохо. Конечно. В любом случае. Так, ладно, все хорошо. Стандартные фразы сказали. Да, которые... Закрываем на эту тему. Да, хорошо, ладно. Хорошо, тогда другими фразами, уже не стандартными, потому что вы не можете повторяться, да? Теперь ситуация с Моргенштерном. Ну а чего, тоже дело на него завели по поводу пропаганды наркотиков, там, порнография, что-то такое. Ну, по крайней мере, рассматривать сейчас дело. У него порнография в треках. Но это уже лишнее. Там мы не считаем, что там что-то плохое. Да? В песнях Моргенштерна? Нет, абсолютно. Нет призыва употреблять и так далее. Уже известный деятель общественный, Носов, олимпийский чемпион, дзюдо и так далее, обратился в органы. Сейчас... дело невозбуждено, но изучаются обстоятельства, да, грозит 1 000 000 рублей. Хайпят на Алишерке. Думаешь? Да, то есть это личный сервис, если да? Нет, Алишер, он просто выстрелил прямо с такой силой, с такой мощностью, что об этом все обсуждают, каждое его действие. Хорошо, правильно? Не с точки зрения закона. А вообще это, ну, делает абсолютно, тоже, как он читает чуть ли не каждый второй. Ну хорошо, с точки зрения морали хотя бы, вот тут на днях видос с ним, да, где он ест член, значит... Бисквитный. Облизывает его, ну, хрюк, как будто хряк, понимаешь, на охоте. Безобразие. Ну, это больше связано с образом, это, ну, все построено на образе, чтобы это было обсуждаемо, это все вполне себе. Ну да, то есть он сделал, вот мы сидим и об этом говорим. Да, да, и вы нам теперь такие вопросы задаете. Мы тут трек с Жуком записали, а мы обсуждаем шоколадные члены. Ну, реально, да. Жукова? Тик-ток шоу. Ты привоутками? Ну нет, да. Скорее задачены и озабочены. Гаязов с Бразерс у нас сегодня в гостях. Здрасте. Еще раз всем привет. Здрасте, Тимур, здрасте, Ильяс. Мы позвали в гости артистов, ну, прежде всего, потому что есть инфоповод, выход совместного трека с Сергеем Жуковым. Сегодня выходит видео, если ничего не путаю. Да, сегодня видеоклип, да. Вот. Сегодня. Наконец-то премьера видеоклипа. Давайте, рассказывай. Во-первых, давайте с музыки начнем. Угу. Кто кому позвонил? Ну, конечно, мы позвонили. Ну, конечно. Конечно. О, год не отвечал, там, как обычно. Мне он вообще даже... Ну, просто Вася действительно возмущается, как бы, да, что Сережа Жуков перестал ему отвечать. Да. Может, ему должен, гадю, а? Может, ты в последний раз, когда был в его заведении, там что-то не заплатил, ну... да, или сказал, что плохи эти самые кексы. Нет, только... Сергей Жуков очень позитивный человек, он очень хорошо отнесся к нам, к нашему творчеству. Ему залетел трек, прежде всего, который мы решили с ним записать. Песню. А «Ради танцпола» — это ваш творчество? Ну, это да, изначально это был наш трек, он был полноценен от и до, и вот. И мы просто посчитали, что на тот момент он был самой сильной песней, которые у нас есть. Вот. Ну, вообще, «Ради танцпола» было изначально к тому, что это все наше творчество ради чего? То есть оно ради того, что мы все соберемся. Не обязательно, но «Ради танцпола» — это так сказано, а вот когда люди собираются в компании, то есть для большой компании песни. Угу. Ну, то есть, если так подумать, то нашу песню исключительно можно слушать громко. Я просто не очень представляю. Но засыпать не будешь, как, да? Как это тихо. Гаязес Бразерс. Угу. Так. Плавненько сейчас к клипу. Что именно интересно?
Снимался да много, где там три локации снимали. Ну, в целом в Москве снимали. Никуда не в каком городе? Да, про все, там есть какая-то сюжетная линия. Мы решили рассказать... Умрет. Нет, никто не умрет, к счастью. Мы решили рассказать, что у нас бывает после концерта. Вот такой бэкстейдж, типа, может, да? Может, автопати. Да, у нас просто был вариант, что «Руки вверх» нас пригласили на свой концерт в Минск. Мы ездили, в общем, да. Мы видели видеоотчеты оттуда, да, со стадиона. Там было очень-очень много народу, и мы предлагали продакшену, чтобы проехали за нами, сняли в Живаго этот концерт. Вот, но они сказали, что они не успеют. Из-за того, что нам нужны были в кадры с концерта, там, по сюжету. По сценарию. Так. Ну и что, нарисовали искусственных людей, что ли, я не понял, результат-то что? В итоге, да, все. Компьютерная графика? Компьютерная графика. Ну нет, конечно же, это массовочные люди. А, я думал, компьютерная графика. Я так и не понял, так а что обычно после концерта артисты делают? Там спортивный зал, да, обычно у вас? Да, мы сходили в спортзал. Ну там, ну ты все увидишь сегодня, 19 апреля, да? Как минимум, да. Сегодня тогда, получается, все увидят. Премьера, ребятки, песню когда послушаем, Миша? Через 10 минут. Не имется. Это такой спойлер. Тик-ток-шоу. Бой на новом 2. Ой, я не знаю, сейчас настроение наших гостей. Гарри Бразерс, наверное, как-то изменится. Не понимаю, в какую сторону. Либо получает, либо похужеет. Но скажите, парни, вам ведь часто присылают каверы на вашу песню, да? Вы же часто собираете вот эти вот штучки? Ну, наверное, присылают. Ну, просто на танцевальную музыку тяжело писать каверы, да, вы же это понимаете. Но они же делают это все равно. Ну, они делали, например, на море, да, ага. Например, на встрече на споле каким-то образом, да, тем не менее, что она, ну, танцевальная, она, это же танцпольная песня. Да. И «Кредо». Да, «Кредо». «Кредо» очень много было. А вы как к этому относитесь? Ну, вот вы когда слушаете исполнение своей же песни, ну, вот... Вам больше нравится? Вам это льстит? Или наоборот, люди портят? Не, слушай, клёво, но у нас такого вообще нет. Типа, надо не так, тут надо вот так взять. Вот, не, людям виднее. Просто типа, есть такие недоношенные, которые... Которые сидят и, ну, там, начинают обсуждать, типа, мою песню не так спели и так далее. Нахер вас. Вот дело все в том, что сегодня, когда мы обсуждали, что взять за образец, чьи песни спит людям, мы выбирали сейчас Билан, Лазарь, думаю, ну что это? И выбрали Гаязов с Бразерс, вы представляете, попросили. Вы не представляете, как вас поют? Я не знаю сейчас, но это не каверюги, а погнали, круто спели все, вот погнали, давай, давайте послушаем. Даже манеру давайте, снять. Давайте, интересно. Пола, я оставляю здесь его себя, чтобы качало в слэм. Уходила пацанва, чтоб вы запомнили меня, как первый поцелуй. Ну а ты не сдавайся, танцуй. Я тебе говорю! Я тебе говорю, в шапе, да, настроение? Да, но это больше Сережа Жуков, да? Пожалуйста. Жуков проснулся, мне не отвечает. А вот здесь, вы понимаете, что Худина, ребята, кенгуруха от нового радио, говорит, ему надо. Кто на куражах, скажите, мы? Мы! Кто на непреса, выкиньте из головы. Кто тут всегда утра, скажите, я? Я! Вы здесь один танцпола, папы, мамы и тебя! А это прикольно, это больше такое народное, да, как это, да, как это называется? Да, народное, это русское горловое пение, камчатское. Камчатское. Такое чисто. Что-то из зоны вечной мерзлоты, под пивком. Да. Хорошо, что у тебя рождаются эмоции, потому что нам же потом выбирать. Не нам, вам же потом выбирать. На рейве не реку, а целое море плачу, но танцую, мешая слезы с алкоголем. За минуты счастья мы платим месяцами боль. Плачу, но танцую, роняя слезы на танцполе. Слушайте, так я также спел на студии. Так же. Да, так что я знаю, за кого я буду голосовать. Вот уже пора. Ребятки, уже? Ну, а у меня один вопрос. Да. А это все был один и тот же человек? Да, разные люди. Ну, и девочки тоже пили, но наш Миша, видимо, исключительно... Ну, давайте девочку, конечно, Михаил, поставим. Давайте. Ради танцпола я оставляю здесь его себя, чтобы качало в слэм уходила. Пацан, во чтоб вы запомнили меня, как первый поцелуй. Ну а ты не сдавайся, танцуй. Ошибочка была. Вот так вот я спел на студии. Ты что, поменял свое мнение? Кто будет победителем? Ребятки, у нас есть 4 финалиста. Давайте, высказывайтесь. Так, ну что? Номер! Один, помните, был Жуков один в один. Практически, давайте, да. Давайте дадим предпочтение
Сережа Жукова. Первый трек? Конечно. Номер раз, самый, да? Первый. Вот так вот, понимаете? Аплодисменты. Наши гномики. Поздравляем тебя. Хорошо, значит, Gayazov Brothers выбирают Жукова. Человека номер раз получает наш почет уважения, худи. А если он нам сообщит, как его зовут, кто его родственники, где живут, прописка и кредитная карта. Да, тоже. Наконец-то. Сейчас именно то самое и произойдет. Uh-huh. Мы, в принципе, уже, конечно, слышали вашу песню о Сереже Жуковом. Я сейчас обращаюсь к Gayazov Brothers. Они сегодня у нас в гостях. Аплодисменты. Ох, как неожиданно и приятно. А скажи, а всякий раз, да, вот когда ты слушаешь свою песню, особенно когда новая заходит на радиостанцию, так волнительно? Или волнительно в плане чего? Все артисты обычно волнуются. Они говорят, ой, так хорошо, спасибо огромное, что вы нас не забыли, а заметили. Ну, конечно, мы, спасибо огромное. Мы в прошлый раз приходили, говорили спасибо новому радио, каждый раз говорим вам. Хорошо, вежливо. За поддержку, за все эти годы, я могу продолжать. Да, вы нам тоже, правда, стали как свои, ну, чего ж там говорить, но всякий раз мы будем вспоминать горячие вещи. Уже в комментарии-то пишешь, что они там поселились. Ну, вот... Злопыхатели, понимаешь? Да, да, да. А вообще, такой, знаете, я правда иногда думаю, вот в какие моменты лучше всего слушать ту или иную песню? Ну, когда гимн, это понятно. Ты встаешь, как бы торжественная, да, обстановка. У тебя там, ну, футбольный матч начинается или что-то. На колено встаешь? На колено — это по другому поводу, друг мой. Это надо драматичную песню сначала написать, ты знаешь? Под которую замуж выходит. Я надену кольцо на пальчик. Не ваше, нет? Это гимн? Ну, это гимн любви, конечно. А вот ради танцпола, вот мне интересно, в какие моменты, если ты, собственно, не на танцполе, а где-то вне его, куда посуду мыть быстрее начинаешь? Смотрите, суть нашей музыки в чем? Что когда человек включает наши песни, придает уверенности. Понимаешь, есть такая музыка, которая вот ты идешь, слушаешь, и ты реально чувствуешь себя сильнее, успешнее, быстрее. Да. Мотивирует? Да, и мы сами любим такую музыку слушать, поэтому... И делаете ее. И делаем ее. Друзья мои, значит, у кого что-то не получается в постели, если... Или там уборка была в квартире полгода назад. Вот у вас есть шанс все это наверстать по-быстрому. Это, наверное, больше для тех людей, которые, вот как я в школе, на дискотеках стояли с краешку и пританцовывали. Вот для таких. А что ты не был в центре-то? Потому что не было... Тогда не играли наши песни. Не было. Да, да, да. Тебе не нравилось музыка? Как только бы заиграла что-нибудь, кроме, не знаю, певицы Максим, знаешь ли ты, я бы сразу в центр зала. Наша же казанская. Наша. Друзья мои, значит, историческое событие. Gayazov Brothers фичеринг Сережа Жуков. Ради танцпола здесь, на новом радио. Ура! Новые утренние. Тик-так, тик-так, шоу. Наставляю здесь всего себя, чтобы качала слэм. Уходила от пацанва, чтобы запомнили меня. Как первый поцелуй. Ну а ты не сдавайся, танцуй. Gayazov Brothers у нас сегодня в гостях. Продолжаем. Как приятно эти аплодисменты каждый раз слышать. А мы гномам не даем спать. Они у нас на этих, на антидепрессантах. Оп! Gayazov здесь. Они оп, сразу в отключку. Да, конечно. Потихонечку, смотрите, снимаются всякие ограничения. Интересовался я тут вашим гастрольным графиком. Насколько уже уплотнился? Все идет хорошо. Все идет постепенно. Все восстанавливается. Люди должны понимать, прежде всего, что ситуация общая. Не из-за нас. Из-за вас вирус? Много претензий летят к нам, к нашему менеджеру, что где концерты, почему нас всех кинули, перекидали, где наши деньги, верните деньги, вы зажали наши деньги. Какие деньги, которых мы не видели. Этих денег, да, и прикол в том, ну они же не так, что люди покупают и на кассе, мы потом подходим к кассе и забираем оттуда всю наличку, и такие, это наши за билеты. Это же не так происходит. Там же есть организаторы, ну вот вся эта тема, да? И они устраивают концерт, согласовывают с нами, потом люди покупают билеты и дальше. Ну, это они там, местные организаторы, разбираются с этим вопросом. А люди думают, что это мы приезжаем куда-нибудь, где последний раз? Или не приезжаем, да. То есть от нас это не зависит, и
И нам начали уже там что-то писать в комментариях, что тут отмена, 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 отмена. Но у вас, ребят, у вас в городах нет 100% наполняемости. Да даже в 75% наполняемости. Да, а так мы что же, мы ждем вас в большой концерт в Москве. Давай, и когда? В Петербурге. Так, в Москве 4 июня, вы сказали. Есть да, такой, Москве 4, да. Москва 4 июня, Санкт-Петербург 5 июня, Москва, Адреналин стадион и Санкт-Петербург 5 июня, А2. Ничего себе. Приличные места все больше, да? Приличные места. Да, мы растем, мы растем. Здорово. Все хорошо. Там только вы будете, скажите, пожалуйста, о вашем концерте или позовете еще друзей, это товарищей. Вот это пускай будет секретик-сюрпризик. Секретик пускай будет. Ненавижу, потому что, возможно, потому что я сам не знаю. Ладно, хорошо. Ушел от ответа. Но вам не уйти от другого. Вы знаете, мы тут вот уже обсуждали с коллегами предыдущий предстоящий бой между Джиганом и Александром Емельяненко. Да. Джиган попросил 50 миллионов рублей. На что Емельяненко сказал, ну, в общем, разумные деньги, учитывая, что Джигану придется потом лечиться. За эти деньги, представляешь? Хватит для того, чтобы восстановить организм. Слушай, нам нравится Джига. Он нам действительно нравится. Мы недавно выступали на мероприятии у него. Он нас спел. Вообще, в целом, нам нравится, да. как шоумен человек, типа, то, что он все-таки... Да, и вся эта шняга в Инстаграме прикольная. Я вот не умею так Инстаграм вести. Угу. А у него все по наитию такое ощущение. Вот, блин, очень красиво, красиво смотрится. Красиво, да. Ну, а как вы оцениваете его бойцовские качества? Шансы, как будет все-таки, вроде как бы, будет. Его же Костя Джетт тренирует на полном серьезе. Ну, как мы знаем, он занимался долгое время, он же сам из Одессы, он кикбоксер, да. Так что шансы почему, есть. Почему бы нет, конечно, есть шансы. Ну, то есть секунд 40 отстоит, я думаю, да? Потом... Ну, Емельяненко, конечно, монстрище, но... Он как-то приходил, я имею в виду Емельяненко, как-то к нам приходил в гости, тоже на эфир. Знаете, зашел человек в дверь, я сидел спиной вот так. Вот он зашел, и я почувствовал какое-то напряжение. Испугался, это не то слово, ребята. Мне просто трясти, я говорю, не понимаю, что случилось. Атмосфера, наверное, меняется в помещении. Ну, слушай, а Джиган вот к себе нет, подходил? Нет, я его спиной не чувствую. Не, ну просто... Я вот так вот смотрю, TikTok-шоу. Набирает популярность стиль Girls и Girl Makeup. Это когда девушки, знаете, выглядят как жены бандитов из 90-х. Вот, да. Я могу тебе показать. Вот, я тоже сейчас не видел, я не понимаю, что... Да, ну, пожалуйста, ну вот так примерно. Ну вот так. В шортах ты, допустим, и шуба. Чтобы много кожи, меха и золота. Да. Ну так вот, особенно распространена эта история в Южной Америке, в Латинской Америке. Там же шубы, конечно. Дело все в том, что там есть горы, Анды, там холодно. Там, а наркобароны предпочитают как раз девок вот таких. И они им, значит, делают пластические операции, вот так вот красят их, вот так вот образом. Я просто... Я вижу, как сам наркобарон берет, знаешь, в руки кисточки для мейкапа и начинает с панжом, значит, вот это все. Не настолько. Вот наши гости сегодняшние, Гаязус Бразерс, мы вообще ничего не знаем про вашу личную жизнь. То есть ваши девушки выглядят хотя бы как? Ну, не так, как вот это вот, то, что я показывал, фотку. Кстати, нормально показал фотографию. Понравилось ему, видишь, правильно. Ну, потому что это тренд. Это вот несмотря на то, что из 90-х. А ему все из 90-х нравится. Да? Да, конечно. То есть ты такой немножко олдскульный. А сейчас это тенденция. Угу. Не зря же мы с Жуковым сделали песню, а не с там кем-то из таких тиктокеров. Да, не знаю. Поэтому, да, ведь вам, ну, то есть руки вверх, это же ваш детский сад ваш. Ну, не детский сад, ну, чуть, да. Ну, школа. Да, школа. Угу. Так, пока вы не ушли, надо с вами обсудить то, что мы обсуждали с нашими радиослушателями в течение всего утра. Ну, ваши родители есть в соцсетях? И как вообще складывается после всего этого ваши взаимоотношения? Что, комментят вам? Слушай, может и есть, но, скорее всего, так зарегистрировано, что я... Чуть тайно палят? Ну, скорее всего, да. А почему нет? Скорее всего, да. Они предъявляют потом при встрече нет, что-нибудь? Да нет, им стыдно, мне кажется. Они думают, господи, что с ними такое творится, но сказать ничего не могут. А, или вы просто фильтруете, да, сторис? Вы же не публикуете все подряд из вашей жизни. У вас все прилично. Про Инстаграм сейчас говорим? Да мы там даже не сидим. Ну, мы пытаемся... У нас настолько прилично, что ничего нет. Интересного, даже нечего публиковать. Подскажите, пожалуйста, а вот клип, который сегодня в 11, через сколько? Через... 13 минут, через что ли? 13 уже получается. Выйдет, там тоже все прилично, да? Это мы узнаем. Очень скоро. Все ради танцпола, да, у нас сегодня? А мне просто интересно, вы прям дождетесь здесь? Вы где-нибудь будете, ну, не в дороге смотреть? В смысле вы? Я думаю, мы все вместе дождемся, вместе с вами. Хорошо. Не, мы это уже видели. А, ну, это вы видели, был неофициальный выпуск.
А чтобы все было нормально, никто ничего не предъявил, надо 11.00 дождаться. Я считаю. Ну да. Такие что-то погрустнели. А что погрустнели-то? Это волнение. Нет, это от того, что время заканчивается. Ну, да. Как-то так. Пролетело незаметно. Спасибо, что пришли. Ой, спасибо, что пришли. Да, все уже? Да, да, дождемся 11 часов прямо сейчас вместе так с вами посмотрим. Так вы сказали, эфир часовой, я до 11 хотел сидеть. А мы вруны. Нам вообще нельзя доверять ни единому слову. Что ты нам сделаешь, да? Да, я вас прошу, когда увидите Сергея Жукова в следующий раз, скажите, пожалуйста, чтобы хотя бы на смс-ке отвечал, на WhatsApp, я пишу, ну неудобно, я ему такие полотна письма. До завтра всем! Пока-пока. По будням на новом радио. Тик-ток, тик-ток шоу. Тик-ток шоу. Too fine, need a ticket. I bet you taste expensive. Pouring up, 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 out of Leo. You keeping up, you should keep it. Tequila and vodka. Girl, you might be a problem. Run away, run away, run away, run away. I know that I should, but my heart won't.